Аня, скажи, пожалуйста, вот эта свинина всю, да? Свинина, почему да. она такая? Ну, она не жирная совсем свинья, так я понимаю, что она должна быть жирненькая. Это покупатели приходят, например, и говорят, а что у вас, говорит, свинина такая вся бессальная, что плохо кормили? Это порода такая, это беконная порода, она не наращивает сало, как его не корми. Ну, может нарастить сантиметр, ну, 2 сантиметра, все. Есть специальные породы, ну, точно не знаю, какие, потому что это я не животновод, я мясник. Но есть породы, которые именно наращивают сало, 10, 12, 15 сантиметров. А это беконная порода, это специально выведена порода, которая мясная. Ага. У нее просто не нарастает сало. Абсолютно. Ну, супер. А специально это... для сала. Вот именно та порода, которая сальная. В основном ее выращивают частники. То есть это домашняя свинина. Частники сальные выращивают? Как правило, частники, домашняя свинина, да, как правило, выращиваются вот... А на комплексах, на фермах выращивают в основном беконную породу. Как правило. Ну, не везде, конечно, есть и на фермах держат тоже сальных. Ну, частники больше любят в основном вот именно сальную породу. Ага. Ясно. Будем кушать нежирную свининку. Она тоже очень вкусная по вкусовым качествам. То есть и сочная, и мягкая. Естественно, люди любят много мяса, потому что, например, у той же сальной породы, если взять ребрышки, у них внутри все равно будет много прослоек сала. И сверху сала много. А у этой получается шкура, чуть-чуть сала и в основном мясо. Они вот именно для мяса. Ну класс, бекон. Я как раз не люблю жирное. Ну, вот это вот как для раз меня. Для мяса. Да. Класс, теперь буду спрашивать беконную породу свинины. Беконная порода свинины. Спасибо.